Смотри, в кооперативах всегда вносится пай. Пай – это какой-то товар, продукт, вот, ресурс. Вот, значит, потом обмениваются паями. У каждого пая, для того, чтобы понимать, сколько чего там менять, у него есть выражение в виде цифр в той или иной валюте, например, в рублях. То есть ты внес там мешок картошки там по такой-то цене, он так вот. Значит, а кооператив в интернете, виртуальный кооператив, в моем понимании, туда вносится интеллектуальный труд, который... Можно не только вот сейчас, допустим, ты не идешь, но деньги будет еще и финансовый. Я бы тут разделял. Потому что есть кооперативы в юрисдикции Российской Федерации, ну или в СССР, там, или международном, не суть, там вносится товар. И когда ты вносишь интеллектуальный труд, это вносится результат интеллектуального труда. Вот. Если, допустим, это программный код, то это, допустим, компакт-диск. То есть сама болванка стоит, допустим, 100 тысяч рублей. Такой казус. Это нормально. То есть там вносится товар. Если мы говорим про юрисдикцию интернета, то тут физических товаров нету. Здесь информация. И здесь именно либо услуги, ну вот как, собственно, вот у Богдана правильно сделано. То есть когда ты оплачиваешь, то есть покупаешь некоторый жетон, токен, на услуги программиста. Ну, или на услуги другого любого специалиста. Ну, или, да, услуги специалиста, Либо разработчика. можешь поменять на товар. Ну, такой тоже, по сути, услуги плюс сырье. Ну, про товар пока речь там не шло, я, по крайней мере, это нигде не видел. Про товары, скорее, это именно в кооперативе, как Нет, ну реально. у нас же шла речь про то, что эти внутренние валюты можно обменять как на труд, ну, так и на реальные ресурсы, на Ну, конечные. я с этим согласен. Я с этим согласен. Там вопрос, где этот товар находится. Потому что вот интеллектуальный продукт, его легко, как в интернет зашел, да, и неважно, где там человек находится, он ликвидный. А физический товар, ну, как бы его еще перевозить надо. Ну да. Вот. Значит, как кооператив, ну, именно кооператив интеллектуального труда и интеллектуальных услуг. Пускай это там консалтинг, будет обучение, там, предоставление услуг по гражданству, по выдаче, регистрации там акта гражданского состояния, там, то есть, ну, выдача бумажного паспорта, это может отдельно оплачиваться, но сам факт регистрации – это фактически интеллектуальная услуга. Дальше, допустим, земельные какие-то там решения, там юридические вопросы, это все можно предоставлять в интернете. Это то, что не привязано физически к какому-то местоположению. Вот. Поэтому, значит, по поводу того, как принимается решение по внесению, опять же, решение принимается как в кооперативе, это когда большинство решили, что мы принимаем, да, по такой-то цене, собственно, тогда и происходит прием. Но при этом кооператив, он не должен быть большой, для того, чтобы люди могли знать друг друга, либо осуществлять делегирование. То есть тогда нужны делегаты.